Дело о крупной взятке начальника таможни в Канске Ильи Бухонкина направлено в суд. Обвинительное заключение в отношении начальника Канского таможенного поста утверждено прокуратурой. Об этом стало известно сегодня. Напомним, ранее мы уже сообщали, что таможенник обвиняется в крупной взятке на сумму в 200 тысяч рублей за содействие владельцам одного из лесоперерабатывающих предприятий Канска. По версии следствия, в январе 2017 года он сам предложил директору фирмы оказывать содействие в беспрепятственном прохождении железнодорожных вагонов, груженных пиломатериалами, через Канский таможенный пост. За деньги он обещал также минимизировать таможенные досмотры и решать проблемы, возникшие с таможней. Весной он дважды получил от бизнесмена деньги на общую сумму в 200 тысяч рублей. В мае во время получения взятки таможенный работник был задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело за получение должностным лицом взятки в крупном размере передано в суд. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.